В Караганде проходит молодежный чемпионат Казахстана по плаванию. В нем принимают участие особенные спортсмены. Красные флажки – ориентир для слабовидящих пловцов. Юные спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата превосходно плавают. Более 70 ребят из разных городов Казахстана показывают отличные результаты в соревнованиях. К этим соревнованиям мы готовились очень тщательно, ведь это отбор в состав национальной сборной страны, а также на участие в юношеских азиатских играх.